Привет, это Мэшп. Так, на этой карте я в город еще ни разу вообще в жизни не ездил специально в самом начале боя, только под самый конец. Так получается, что меня спавнят всегда на этой стороне, и я просто как бы вынужден ехать на эту сторону. Я обычно ездил туда налево, ну а теперь у меня есть мысль вообще далеко не ехать. Хотя оттуда люди выезжают часто, и оттуда накидывают, кстати. Причем, учитывая, что мы здесь одни, я в этот раз, пожалуй, постараюсь вообще не давить вперед. Я постараюсь вообще супер аккуратненько, издалека, из-за угла, потому что, ну, мы тут как бы одни. Хотя вот приехал еще поза 4. О, вот это рандом! Вот это мне пуля залетела вообще, офигеть. Так, я не сильно высовываюсь, нет, у меня там сейв есть. Он думает, что он в сейве, да? А, нет, это не так. Тоже сейчас на самом краешке пулька вообще залетела, отлично. Не-не-не-не, не надо на меня ехать. Я еще не перезарядился, чувак. Я еще не перезарядился. Вот, теперь можно. 3-3, наших слили в городе. Это плохо. Это очень плохо. Я немножко более удобно выйду. То попаду, то попаду. В двух стрелял одновременно. А вот эта ПТ-шка, не, она вроде пробивает со всех сторон. И он, конечно же, будет на меня смотреть, да? Нет, я хотел его на гуслю поставить, но не получилось. Сейчас он меня впилит. Я быстренько спрятался. Он отстрелялся, можно выкатиться. Он будет прятаться, правильно? Но я все равно добью. Ха-ха. И остался последний. Я не помню, кстати, сколько у него ХП. Он шотный? Да, по-моему, шотный. Ему сейчас правильно не ехать на базу. Ему правильнее всего ехать сюда. А, ну и там еще был прострел. Я думал, тараном его заберу. Вот это классный бой. Когда ты выигрываешь, когда у тебя все получается, конечно же, это классный бой. Еще задачу выполнена. Вау, как много. Да, бой был очень классный. Сразу во второй сундук можно забрать. Уже 600 тысяч голды. Отлично. Мне нравится. Значит, продолжаем фармить серебро. И что еще делаем? И покупаем потом ВК. Это будет 6 уровень. И обязательно нужно будет вкачать пушку за свободный опыт, потому что пробитие. Лучше ездить медленно, но лучше всех пробивать. Я в этот раз поеду в город. Я не знаю, насколько это норм решения, потому что я ни разу в городе не был. Там в основном только тяжи. А я ездил всегда вот сюда налево, и там перестреливался. И наши, причем туда далеко, довольно продавили, кстати говоря. Что говорит о том, что там противников, видимо, то ли нет, то ли они... Ага, а парень-то не учел, что я в заду сижу. Я не учел, что мне в зад выстрелят. Рикошет. Так, там люди отвернулись, можно выкатиться. Ты меня там стрелял, да? На тебе еще. Так, а я этого увижу через клон? Увижу, хорошо. О, движок сломал, все. Вот это мы хорошо разыграли, отлично, отлично. Ну, тебе тоже не жалко дать. Так, ПТ-шечка откатится на меня? Нет, он наоборот, попы ко мне откатится. Ой. А кто это у нас вот такой красивый? Ну да, только он так стоит под углом, конечно, удобно. Меня он тоже не пробил, я под таким рикошетом стоял. Ну и у нас последний остался. Мы очень хорошо прорвали, конечно, вперед. Прям очень удачно. Эх, ну почти ж, там вообще летело шикарно. Короче, все, я буду играть только на Гризли. Наем у меня получается лучше всего. Ну, то ли мне, конечно, с командой везет после огромного количества сливов. Опа. Опа. Вот леопард. Леопард реально красивый. Реально красивый. А я теперь могу на любые ставить эти, да? Ну да. О, еще такое есть. Откуда у меня эти камуфляжи, интересно? Вот для зимы как раз-таки даже не синий больше подходит. Ладно, для зимы пусть будет синий. А для лета будет зимний. Бывает.
Но он такой, конечно, прикольный становится, очень прикольный. Блин, тоже поставлю такой цвет. А, нельзя одинаковые ставить. Тогда пусть будет так. А, нет, можно. Ладно, это было странно. Такой теперь прям красивенький. Хотя, на самом деле, люблю разные камуфляжи. И у меня был вот такой, значит, такой пусть и останется. Такс. Ну, мы продолжаем фармить. Тем временем 600 тысяч. Гриндить. Пока я просто гриндю, без какого-либо получения опыта, который мне нужен, чтобы открывать танки. То есть, вообще без какого-либо смысла. Просто гринд. Даже не развитие, а просто гринд серебра. А учиться играть на гризли, привыкать к технике, изучать карту. Сделаю выстрел и спрячусь. Надеюсь, что М7 не выйдет. Так случилось. Теперь он выехал, он отстрелялся. Я срикошетил, но там еще один был. Ну, бывает. Эх, не успел, проморгал. Да ладно. Не, ну это был, конечно, шанс на миллион попасть, но все равно. Да ладно. Он еще под таким углом стоит. По-моему, я в своего попал. Опа. Я думал, я не попаду. Ой, тут еще М7. Как ты в меня выстрелил? Ну там же вообще не было видно. Все, ты уже ничего не боишься? Блин, на таран тогда надо было брать просто. Ну ладно. Ой, я еще не в самом низу по урону. Семьсот тысяч. Так, а сколько этот стоит? 910. А если я нажму... 5000 голды, интересно. Это мне потребуется 20 тысяч голды слить, чтобы пушку нормально поставить, да? Пробитие на 40 больше. Очевидно, что надо ставить пушку. Можно будет сыграть на нем один бой, собрать X2. Да нет, все равно движок еще придется ставить в любом случае. А сколько, кстати, стоит кредит, интересно? Это 500 голды. Не, это много. Давайте вот сколько я получу за 100 голды? 40 тысяч. Типа можно, но, по-моему, я за один бой получаю столько. Не очень люблю эту карту. Все любят ездить туда наверх. Леопард, ты, чувак, супер быстрый вообще. Тебе надо ехать на центр. Не мне ли тебе говорить-то? Но я вижу, что просто никто из наших туда не поехал. Зачем мне далеко ехать? Но там три человека... А, тут уже люди светятся. Блин, кустики мешают. Вот бы как-нибудь эти кустики убрать. Да, слушай, я так удачно стал в эти кусты, вообще супер. Только А20, пожалуйста, не сливайся, ты должен только свет давать. Просто только свет. У тебя сейчас миссия весьма проста. Выкатываться, давать свет, прятаться, все. Вот мне и прилетело. Потому что А20 ты уехал. Все, что ты должен был делать, это подкатываться к горе и давать свет. Вся твоя задача. Нужно понимать свою роль, ты ж на ЛТ. На гризли катается. Какая цель вкусная, какая цель вкусная, чувак. Не прячься никуда, стой там. Так и знал, что он наверху там сидит. Чилит. Так, а я по Z4 не вижу отсюда случайно? Вижу. Хорошо. Эх, гризли. Как так случилось, что тебя загрызли? Но мне логично ехать за гризли. Я даже следующим патроном голду заряжу. Ну, леопард, вот ты весь бой нихуя не делал. Но именно сейчас. А, это хэви, тут голда нужна 100%. А, не нужна. У него хп вообще нету. Ну, либо нужна. Такую писечку выцелил. Хорошо, что есть место, которое пробивается. А то это было бы сложно. Пришлось бы ехать в упор, там выцеливать. Теперь я топ-1 по урону, да? Я так давно не был топ-1. Да, накидал больше всех. Какой же я молодец.
У нас много М7-ых, это радует. Но на М7 нужно еще уметь играть. Но М7 вообще классный танк. Но ПЗ-4Д, который у них тоже классный танк. И Гризли классный танк. В этот раз я двину на центр. И вот так вот в наглую попробую вкинуть тому, которого здесь нет. Чуваки, здесь никого нет, они все туда поехали. Ну, возможно, там стоит на горе кто-нибудь, но это еще вроде не те уровни, чтобы там кто-то стоял. Нет, там реально кто-то стоит. Офигеть. А20, что ты там делаешь? Чуваки, а вы типа серьезно? Они все туда поехали? Слушай, ну это хорошо, надо накидывать, пока есть какое-то время. Только желательно одной цели накидывать, а не разным. Но М7 просто не видно. А, теперь мне нужна помощь. А, ну я тут не один, это радует. Конечно, я всем не разбираю в первую очередь, хотя А20 как бы тоже такой зверь. Зверь хороший. Я надеюсь, его кто-нибудь добьет, потому что он на самом деле достаточно опасный. Я добью, очевидно. Куда он смотрит? Он в сторону смотрит. Нет, он прям на меня смотрит. Короче, разменялись с ним уроном. У меня ХП уже поменьше, чем у него. Хедзер. Слушайте, ребята, а как вы там посливались? Так, вопрос хороший. Почему я сюда свалился? Потому что... Да, мы сейчас отдаем гору этим чувакам. Это нихуя не выгодно. Но надо что-то делать. Было, надо было как-то сейвить парня. Блин, и он не добил того, да? Ну, конечно. Ну, так они меня разберут. Так они меня разберут. Только если он меня сейчас не пробьет. Он меня пробил. Но у меня лобовая броня вроде хорошая. Фух, блин, это было на краешке тоже. Мне повезло два раза, он два раза меня не пробил, так бы они меня убили. Просто за счет бронетанка вытянул. 2000 урона, офигеть, на этом. О, мастер, наконец-то, калибр, воин. Да, вытащил всю игру, понял, как надо играть, куда надо ехать. Вот когда так понимаешь, это круто. И знаете что, на эмоциях я готов потратить 100 голды. И купить, наконец-таки, ВК. Yes! У меня есть ВК. 6-й уровень. Так вот в чем дело. На предыдущих экипаж не надо было качать. А у экипажа есть перки? О май гад. И мне все это время качался вот этот перк. А я все это время качал какую-то хрень у экипажа. Только у экипажа есть перки. Вот зачем этот опыт. Я думал, где опыт экипажа в этой игре? Типа тут же нет экипажа. А он, оказывается, есть и все это время был. Просто я не заметил. Ладно, с этим я потом всем разберусь. Тут пока что пусть экипаж будет прокачиваться с нуля. Мне нужно тогда на него сразу поставить... Вот эти штуки, которые я не понимал еще зачем нужны. Плюс к этому всему, кроме всего этого, мне нужно будет ставить кучу эквипмента за кучу денег. Сколько? 100 тысяч, ё-моё. Чем дальше играем, тем больше дрочи становится, но тем больше придется играть на одной технике, изучать ее, учиться ей.
больше привыкания будет тоже хорошо. Так, ну я просто прямо сейчас поставлю нормальное орудие. Но настолько вам ездить вообще нет. Вообще нет. Лучше я 20 тысяч потрачу свободного опыта на это все. По-другому вообще не представляю себе, как может быть. Чисто теоретически я бы мог исследовать сразу пантеру, да? Но в чем минус такого подхода? Она была бы стоковой. Я уверен, что стоковая пантера тоже говно. Ну, сыграем один последний бой на запись. Первый раз на этом танке. Целый час уже записи, ничего себе. Так, нет, кинула к шестеркам, даже к пятеркам. Офигеть. И я такой стоковый. На новой карте снова вообще не представляю, куда тут ехать. Понятно, что перестрелка вся будет, скорее всего, где-то здесь. На стыке моста, я так понимаю. Тут еще и город есть. Я, наверное, пока просто тут здесь посижу, подожду. Да, плохое склонение угла. Прям еле-еле склоняется пушка. Парень, ну ты видишь, что я тут уже стою? Ну, парень, ты видишь, что я тут уже стал? Ну куда ты вот лезешь? Занимай другую позицию. А, ну так подожди, все ж противники там. Надо вперед проезжать. Вообще, вон есть какой-то чувак. Как же медленно она сводится, ё-моё. Он уехал. Ой, у меня тут в упоре тог сосисочка. Зато перезарядка относительно быстрая такая, ну, типа, не 10 секунд, что радует. Хорошо, что я пушку поставил, я его пробиваю. Он снова меня пинает? Какой-то странный парень. Не определился, чем хочет в жизни заниматься. Так, тут прострела ни по кому нет, да, через дом. Дом огромный, я понял. Огромный большой завод. И они там все остались, кроме ВКУК. 1000 хп. Охренеть. Так, давай сводимся. Бам. Рикошет. А вот это золотой урон, это типа криты чьи-то, не мои, да? Но при этом вот сейчас у меня золотое написано. Там был рикошет. Это был мой рикошет или чей-то? Это непонятно. Тип, который меня подпирал, в итоге отхватывает по самое не могу. Типа он умеет играть, да? Он на это намекал все это время. В итоге я один остаюсь. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Но мне хотя бы этого добить, потому что я, ну, весь бой его разбирал. Я так понимаю, ты тоже, человек, быстро перезаряжаешься, да? Нет, не отвяжи в сторону. А, ну, КВ-2. Ах, ну, бой был, я считаю, классный. То есть я прям пострелял хорошо. Да, мы проиграли, но я пострелял прям классно. Я пушку оценил, 2000 урона, вот, как нефиг делать. Даже третью степень не дали, то есть на этом танке хорошо отыгрывать. Возможно, если бы была победа, дали бы третью степень, но на этом танке 100% хорошо играют. Да, КВ-2 накидал. Хорош. И я тоже молодец. Первый бой на танке. Как круто получилось. И это у меня сколько опыта? Мне написано 600. Ну, короче, качаться будем очень долго. Но мне нравится, что он быстро перезаряжается, быстро стреляет. Тогда, возможно, если покупать премиум танк голдовый, то тогда, наверное, лучше мне покупать Action X, потому что он быстро перезаряжается, быстро стреляет. И вроде пробитие неплохое, а акула вроде бы прикольная, но стреляет редко. Все-таки немножко не мой тип геймплея. Ну а на этом, пожалуй, все. Это был... Я даже не знаю, о чем это видео. Это было просто фарм серебра. Фармим серебро. Всем спасибо за просмотр. Это был сессия.
Я записываю уже больше часа. Ничего себе.